подъезжаем к цели нашего долгого путешествия – правительственному бункеру Ямантау. Прямая связь с ним окончательно испарила обиду Мельника на меня за то, что я разрушил прежнюю жизнь. Он очень волнуется перед обещанной встречей с министром обороны. Наверное, для кадрового военного это действительно важно. Ребята же не разделяют его восторга и задают непростые вопросы. Где базы оккупантов? Кто мешает правительству поднимать страну с колен? Что тут творилось все эти 20 лет? Мельник уверен, всему найдется объяснение. Его простят. Нас с Аней простят тоже. И все поедут домой. В метро. В метро. Не в какие-нибудь там дома, а именно в метро. Город Ямантау. Ладно, подъезжаем к Ямантау. Ямантау. Окей. Ямантау. 2718 километров проперлись. Добро пожаловать в игровую комнату, и мы продолжаем играть в метро Исход. Прием. Кругом все заброшено, но путь в норме. Прием. Добро. Не разгоняйтесь там особо, и за радиацией следите. Прием. Есть. До сих пор здесь. Мы ведь добрались. А, вон тупиковые. И шли мы к этой цели не неделю, не месяц, 20 лет. Ты чё обрываешься на полуслове? Теперь я точно знаю. Мама, а мы что здесь теперь? Не. Не знаю, а что? Мне здесь не нравится. Страшно. Я тебя понимаю, девочка, мне тоже не хочется. Он в конце явно бункер. Докладывать так без меня? Дочь я тебе или не дочь? Ладно, давай с нами, а то всю плешь проешь. Даже не сомневайся. Ерма, стоп, машина! Опа! Вот оно и начинается. На джи, на это, на буханочке гонять будем. Буханзер. Короче, ралли. Или Дакар. Ралли Дакар. Короче, на буханке будем сейчас гонять. И очень-очень интересно. Добро рот отгнать в безопасную зону и всем под броню. Сейчас делаем. Отогнать куда? Назад? За старшего. Все ясно. Так точно, товарищ полковник. Отлично. Поехали. Так, такое ощущение, что туда что-то бахнуло, вон туда дальше. Горы так выглядят. Видишь, как скорбь скрыла? Интересно, сколько скорбь похоже? Повезло. Видите, как оно бахнуло? У вас еще на 300 и на 500 были. Да и так, в общем, неплохо получилось. Вот даже танк есть. Ну, то, что от него осталось. Так. Отлично. Конец связи. Опа. Это явно не правительственное. Не правительственный этот смотрите, грузовичок. Видишь, прав был Артём. Со всей страны народ ехал. Да, так что тут что-то не да, так. Со всей страны. Только из Москвы никого не было. С чему-то как-то это все странно. Пусто, техника просто валяется. Все, мы у цели. Дрезина вон даже есть. Опа. Камеры и микрофон. С пулеметом, смотрите, сверху какой-то пулемет. Добро пожаловать, будьте осторожен. Нету там никого внутри. Может, поехали обратно?
Смотрите. Назовитесь. Полковник Мельников. Прибыл для доклада министру обороны. А где ваши люди, полковник? Остались на поезде. Снаружи опасно. Свяжитесь с ними. Пусть загонят поезд в главный шлюз на дезактивацию. И добро пожаловать в ковчег. Что-то мне, блин, это все не нравится. Спускайтесь на лифте. Внизу вас встретят. Какая-то подстава. Кто-то захватил этот бункер и сейчас притворяется хорошими людьми. Да-да-да. Двери все еще работают, интересно. Добро пожаловать номер 2. Yes, sir. О, лифт какой обшарпанный. Ого, даже с телефоном. Офигеть. Ну, явно такое более советское. Явно во времени советского. Ты хоть речь-то подготовил? А то как заклинит тебя? Это же сам министр. Да-да, министр. Тьфу. Это, небось, какой-то бандюган. Сейчас, здрасте. Тра-т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 а. Насчет чего? А я, пожалуй, нет. Спасибо, что не сдался тогда. Подожди. Радоваться. Ну, шлем у него прикольный, кстати. Вот это с дырками, это непонятно. Зачем это так сделано, вот честно, не понимаю. Ну, опа, для дезинфекции. Явно тут сейчас засада будет. Для приличия, типа, надел этот. Товарищ министр, командир сводного отряда сил специального назначения города Москва, полковник Мельников с докладом прибыл. Прошу временно разместить и поставить на довольствие моих людей. Среди нас есть женщины и дети, но боеготовность основного состава на высшем уровне. Женщины и дети? Ха-ха-ха, хорошо. Давно не было. Кто вы? Да блин, да чтоб тебя. Я ж сказал, засада. Надо автомат было использовать. Ах ты ж... Не трогайте, они гребаные, блин, упыри. Я ж сказал, это засада, блин, мразота. Гопари. Смотрите на этих ублюдков. И опять, сука, блин, ботинок по лицу. Эх, это явно был и Луи Виттон. Я уже определяю по этим. По удару. Ну, по мягкости каблука. Связали, суки паскудные. Мрази, блин. Что происходит? Где я? Что с остальными? Все идет по плану. Министр какой-то. Все целы? Пока. Что значит пока? Я требую немедленной встречи с министром обороны. Не волнуйтесь, все будет хорошо и даже лучше. И министр, и сам Верховный уже ждут вас на ужин. Какой ты ж... к черту ужин, ужин ты? Ты что, издеваешься, гад? Соткнись, доктор, говори. Где правительство, гнида? Отвечай! Здесь, полковник, здесь.
Мы то правительство, которого вы заслуживаете. Да как ты смеешь, тварь? Вы же просто людоеды гребаные. Спокойнее, а то у вас случится разлитие желчи. А кто же любит, когда печень горчит? Только с девушкой вот придется повременить, анализы сделать. Кашель мне ее не нравится. Ты твои руки мне развяжи! Я тебе твои анализы так... Боевая. Ай-яй-яй, девушка, что блин, башкой ударил, Артемка, давай, вмажь башкой. Он давно очнулся, но молча слушает умных людей. Вот же тварь. Ах ты, сволочь! А ну не трогайте ее, ах ты, сука, тебя я точно убью. Это сучару, блин, в майке я точно порешаю первую. Ну не то, что порешаю, да я всех тут порешаю. Если не хотите, чтобы она хорошенько помучилась, прежде чем попасть на стол, вы сейчас возьмете радио и вызовете к нам ваших людей, оставшихся на поезде. Вам ясно? Ну вот, а я так надеялся поговорить наконец с умным человеком. Увы. Гнида, блин. Но ничего, раз вы не согласны, вас отлично заменит молодой человек. Когда мы с вами закончим, он наверняка не станет. Да башкой тебе бы, блин, прям в нос. Что ж, рад был познакомиться. Сука. Яков, начинайте. Я ведь тебя с того света достану. Сука. Очень может быть, полковник. Я вполне могу вами... Отлично, поддавись, а мразь. Разрешите, ну, тварь. Да я вас зубами рвать буду. Всех вас под корень до войны ищу. Вот черт, что, сейчас его зарубят? Выжечь мразь эту. Да, не приходи. А теперь покушаем. Да, покушаешь. Свинцовых пирогов. Сэм, мочи всех их. Никого, блин, не щадить. Да продержимся. Тут какой-то бункер а-ля вот это D6. Лифт, быстрее. А то я стреляю в этот. А патроны не тратьте, ребята. Блин, глубоко. Но это как D6. Может даже побольше. Ну точно как наш D6. Лифт такой, exactly. Да, это очень кстати. Так мы Аню точно найдем. Но комплекс большой.
А времени у нас, думаю, не больше 10 минут. Так что придется разделиться. Сэм, бери фильтровентиляционную, генераторный зал и склад. Идиот, со мной в командный центр. Артём, на тебе казармы и... Окей. Да-да, я выгрузился. Да я уже выгрузился. Страница дневника номер один. Повезло. Как же повезло, что сроки сорвали. А я, дурак, еще и премии переживал. Нахрена кучке пепла премии? А так правительство так и не прибыло. Так что весь комплекс наш, все запасы, бункер на целый год, на целый город с запасами на годы, а на всего-то пару тысяч. Плохо только с бабами не протык. Ну ничего. Спокойно дождемся, пока радиация рассеется, и спустимся в горы. С горы. Вернее, вылезем из-под нее. Да уж, повезло. На правительство-то не просто так приехало, а потому что бюджет на запасы кто-то распилил похлеще нашего строительного. Мы-то в конце концов готовы к сдаче, а жратвы на складах нету. Понятно. Кладовщики варьё все. Не зря мы с ними разобрались. Но тут, похоже, они не врали. Целый склад и пропойщику за месяц не сожрать, а там пустые стеллажи. Ну, крупы какие-то, макароны, да и только... До того только до конца года в обрез. Ясно, понятно, это вот эти вот ребятцы. Короче, тут те, кто вот заканчивал, ну, как вы поняли, получили доступ. Так, тут закрыто. Так, я не понял. Лифт спускается, что ли? Да нет. Я одного не могу понять. Что не так? Жду, пока мисс откроется, что ли? Или что? Или мне... Ну я эти гермозатворы не смогу открыть. А... Чтоб тебе, я сразу не вдуплил. И не видно ни черта. Так, и надо вручную. А, не, просто пройти. Чёртовы гниды. Работников тут до хрена и трошки, сколько строили. Строили тут. Строителей, походу, осталось прям тьма. Разные эти приезжие.
Ну, прыгун сраный. Так, походу сюда надо идти. Но прежде чем туда идти, надо проверить. А, и тут можно пройти. Борща достоин только папа. Чё? Какой папа? А, наверное, их этот, один из предводителей. Либо самый главный. Артём, не нашёл? Скорее, каждая секунда на счету. С радостью, но тут надо... Ферма. С ноги! Отдача, пипец. От бедра стрелять, так то еще удовольствие. Нормально у них тут холодильные отсеки. Ну, патроны нельзя забрать только. Понятно. Тут сейчас на меня еще набросится. Так. Задохнулся к чертям. Не понравилось, да? Шо, ребята, с противогазом у вас плохо. А тут шо у вас? Ну, явно мне не сюда, но... Или сюда, тут есть проход где-то. А нет, просто книжка. Страница номер 2. Все просто сидят. Живот уже даже не болит. Хорошо не стал дураком слушать, много воды пить. Еще протяну недельку. Суставы опухли, писать трудно. Не могу об этом. Но надо. Неделю назад сварили суп. Пятеро в блоке сразу скопытилось. Накинулись. Я день не могу прикоснуться. Ночью не могу попробовать. Сразу выблевывал все. А утром пошло, ничего, как куриный. Зато опять пишу. Думал, дойду совсем. Вообще какой-то бред несет. Не, понятное дело, они там схомячили кого-то. Можно снизу пройти там. Ты зачем туда стреляла? Нахрена? Мясо! Ты
Блин. Заперли. Качаем, качаем. Конечно, в голову лучше. Так, отлично. Не супер метка, но нормально. Терпимо. Сколько тут говна. Вернись, мой мозг. Лол. Можно было бы оглушить, но да хер с ним. Точнее, простите. Сколько же тут... Хорошо они тут обустроились, ребят. Странно, что они друг друга не жрут еще. Очень странно. Так, что у нас тут? Типа ночной прицел. Так, это что такое? ИК-лазер. Невидимый луч инфракрасного лазера. Прицел создается на цели очень небольшое пятно, которое можно заметить только в прибор на ночное видение. Ага. Понял. Так вот. Окей. Так, а тут так вот. Ну ладно. Внимание всем! Командный центр наш. При потере связи точка сбора здесь. Идиот, разберись с управлением дверями и лифтами. Заблокируй все лишние проходы. Пусть эти твари побегают. Все, сдох. Так.
Так, походу тут два варианта. Или тут просто дополнительный какой-то вариант. Нормально они там. Это один из путей. По яичкам получай. Ух ты ж, блин. Какие-то баррикады замутили. Там замес нереальный идет. Третья страничка. Надо открывать. Подумаешь, радиация. Больше года прошло. Зато не наши. Им и доли не надо. Пусть между собой жребию тянут. Или еще как. Главное, нам теперь надолго хватит. Колотит всего. Ломает температуру мысли. Путается, фершал, пропривоны какие-то горил, прижи принесли, прожревать надо лучше было, поздно теперь, сука, мля, как-то там совсем понесло. Там настоящий замес идет. Ну, точнее, жесткий замес. Это явно не наши, да. Да, стой на месте. Мазила, блин. Наконец-то, блин. Косой, как не знаю кто. Это наши там были? Ах ты ж, сука. Куда я там пули все, блин, потратил? Имеется в виду, какой же косой. Ох, блин. Подкрались паскуды. Цё, блин. Пока мест тут возился, они, блин, подкрались, гниды. Ты шо, запрыгнуть я не могу? Да чтоб тебя. Где ты тут, гнида, сдох? А ну покажись. Сука, с дробашом был, гнида. Все нормально, сдох, смотрите. Такой, не забудь меня. Я постарался как можно красивее сдохнуть. Комедия. Так, я не понял, наверх можно, да? А, так, себе наверх можно. Опа, тут что-то есть.
Так, ясно, не допрыгнуть. Хрен с этим тогда. Так, мне походу здесь надо. Приятно гореть. Да чтоб тебя, я что, промахнулся? Гори, гори, ясно, чтобы не погас. Что такое, сука, сдох? Неужели? Конечно, патроны под... Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Так. Опа, это что такое? Что, поменять себе, блин, взять? А вместо автомата. А много тут патронов. Блин. Ага. Ну, типа, прикольно, конечно же. Вместо этого обычного автомата. Этакий пулемет. Не, чё, прикольно. Так, чтобы барахло не оставлять. Да я и на базе автомат смогу достать. У нас там он продается. Патронов только не очень много, чё-то. А нет, нормально, 75. Это хорошо. Так, вроде все. А сверху где-то стреляют. Так, готов. Все. Нормально они тут обустроились, если честно. Опасно, засрано. Я... Так, мужик. Без вот этого вот. Дневник офицера. Месяц уже сидим, как крысы в норе, а толку даже не знаем, остались ли хоть кто-то еще в живых. Все антенны снесло, радиация такая, что о ремонте думать нечего. Хотя, будь они в порядке, кому мы нужны? Начальство-то так и не приехало. Похоже, правительство строили, говорят... Строители говорят, надо обустраиваться здесь надолго. Что-то они со своим советом совсем уже. Ладно бы строители такое выдумывали. А военным чего в эти игры играть? Чтобы не командовать своим приказом, пайки урезал. А правительство постановило, а с него и взять это, взятки гладкие. Ну и пустыми складами все равно, как не садитесь. Доктор прав, мы, радисты, попали сюда не напрасно. Мы спасем не только своих товарищей, но и тысячи выживших снаружи. Надо только наладить связь, сообщить начальству, что мы живы.
Они обеспечат поставку продовольствия, и тогда проект «Ковчег» сможет дать всем желающим надежное убежище от радиации. А что может сейчас быть важнее? Понятно, наивный. Наивный наивнист, блин. Что это можно еще сказать? Так, не открыть. О, это доктор Туч тут хорошо обустроился. Докторишка, блин. Радисты, докторишки, тут-то нормально у них. Обустроено. Жрачки, дофига и трошки. Так, ты, да, ты откинулся. Так. Ага, тут меня, походу, сейчас будут ждать. Опа. Понадобится пулемет, походу. А, или тут это... Кого-то пытали. А, нет, это Аня. Я сразу и не заметил. Артём, блин, ты я... жива. Сзади. Да ты, сука, блин. Давай. Вечно найдется такой герой. Сука, сейчас это трубой по яичкам, а потом тебе в сраку засуну. Из-баса. В смысле не убивайте? Прям режь ему яички. Хорош. Чё такое? Артём, ты цел? Слава богу. Жёсткая, однако же. Блин. Жаль. Надо было его подольше порезать, эту гниду. Даже ничего собрать с этой... Папа. Да ладно, материться не будем. Ну, короче, с этого плешивого ничего не собрать. О, нормально ее тут разули, раздели. Это явно ее. Идем. Только не спеши. Мне надо отдышаться. Хорошо, я пойду первым. Черт, столько тут порешали, просто немерено. Ты вообще как? В порядке? Вот это называется приехали. Я уже думала, вряд ли найдем чего похуже, чем на Волге было. Силанти этот полоумный с фанатиками своими. Да он нормальный мужик. Не то, что вот эти вот. Совсем, блин, свихнулись. Ну нет. Оказывается, есть куда расти. Там чуть не убили, а здесь и вовсе съесть собирались. Это точно. Вот же мразь какая. Поразительно просто. И ведь, похоже, правда, врач был. Ну ничего. Посмотрим еще. Его-то мы точно пережили. Так что... А, ну то есть я накачал полностью, что ли? Да, блин, непонятно. Что у вас тут? Куча офицеров-дебилов. Я знал. Я ж еще по рации понял, что тут гниды сидят. Это что делать будет? Хрен его знает, Аня. Не знаю. Сергей, что у тебя? Нашел? Вся информация устарела. Комплексы ПВО, штабы. Связи давно нет. Но те, что светятся, минимум пару лет после войны работают. А внизу это штаб? Каспий-1, центр связи.
Еще в Новосибирске такой же отмечен. Опять в какой-то бункер нас потащишь? Этого не хватило? Не знаю, Аня. Решать надо всем вместе. Понимаешь? Вы бы поторопились, тут жарковато стало. Идиот, все нужное забрал. Мы уходим. Секунду. Сейчас доломаем все. В темпе, в темпе. Все готово. Все, валим, валим. Дамы вперед. Зря ты так, Аня. Я понимаю, конечно, что тут все чуть не кончилось. Но обошлось ли? Именно что обошлось, Сереж. А если в следующий раз не обойдется? Это, конечно, да. Но ты что, собралась жить лично? В том-то и дело, что нет. Но хотелось бы все время, что мне осталось, провести... Вот с ним вот, понял? Уж больно я к нему привязалась. Воу. Нормально. Так, дневник офицера номер 3. Где-то я что-то просрал пару дневников. Какие же невыразимые твари. Вот значит, почему из карантина так никто и не вышел. И этот подонок смеет предлагать мне офицера вернуться в строй. Сначала выкинули, а теперь, значит, опять понадобился. И не бояться ничего. Значит, наверху все кончено. Тут можно и радио не слушать. Ни правительства нету, ни страны, ни законов. Но разве дает им это право людей жрать? Немного же им понадобилось, чтобы в упыри превратиться. Ну ничего, я вас научу бояться. Пистолет отобрать не догадались. Пойду покажу вам гнидам решение противовольственной проблемы. Продовольственной. Я не туда. Не в те дебри пошел. Так. Хорошо. Откуда вы, блин? Да черт. Воу-воу-воу. Все, вылазим, вылазим. Быстрее, 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 быстрее. Воу. Валим отсюда. Аптечечку. А, черт, я еще забыл перезарядиться. Да сколько их? Типа решили устроить как это зомби-апокалипсис. Все нормально. Параев настоял, а где ты его видел, этот настоящий правительственный? Несколько часов спустя. И я, кретин, поверил этим с Ганзой, что Москва в подчинении у Ставки, что оккупация, что по законам военного времени, что в Москве полковники, а тут генералы. Как салага поверил! Сука. Да. Понимаю, как его там... Так, что делать-то будем? Ну что, я повторю свой вопрос. И что теперь делать? Может, все же вернуться в Москву? Рассказать им правду про войну, про Да, наивный. Нас на подходе расстреляют. И даже если пробьемся, что мы сможем против Ганзы? Да и кто нам поверит, доказать-то нечем. А может, вернемся на Волгу? Там вроде жить можно. А с местными что делать? Они нам, если помните, не особо обрадовались. Убить всех? Кто-то готов на такое пойти?
Артём еще в Москве мечтал найти пригодное для жизни место и основать там колонию. Ну так может пора уже это сделать? Идея хорошая, да. Только как место найти? По всей стране мотаться? Авроре капремонт нужен. Она рано или поздно встанет. Что тогда? Спутники! Что спутники? Свалить с этой гребаной планеты? На Каспии есть центр космической связи. Несколько лет после войны он работал. А, если нам удастся получить собранные спутниками данные... То ехать наугад не придется. Данные радиационной разведки и даже просто свежие спутниковые снимки могут нам здорово помочь. Это идея. А что, если в этом центре что-нибудь похуже каннибалов? Анна, с тобой точно все в порядке? Не исключено. Но, во-первых, теперь мы будем действовать осторожно. А во-вторых, есть идеи получше. У меня нет. Ну, значит, у нас появился новый план. Ну что, Артём, поехали искать твое идеальное место. Труби отъезд. Вот тебе карта. Теперь ты будешь по всей, блин, по всему на буханке гонять. Так, Каспий. 3 месяца в пути, 3 месяца испытаний. После Ямантау мы уже готовы к чему угодно. От центра связи Каспий-1 нас отделяют считанные километры. Найдется ли на хранящихся там картах безопасное от радиации место, где мы сможем, наконец, спокойно жить? Не знаю. Но что нам остается, кроме надежды? Пустыня дает о себе знать. Экипаж все больше страдает от жары и жажды. Да и Аврора не в лучшей форме. Ах ты, Рау. Уголь кончился, и ее пришлось перевести на подножный корм. Старые шпалы и хворост. Да. Окей. Сколько уже? 3901 километр проехали на Авроре. Капремонт уже нужен. Пустыня сраная. О, как солнце фигачит. Аня тут уже в маечке. С бронелифчиком. Главное, целая. Да уж, приехали. Один песок кругом. И жара. Хреново мне тут. Неужели беременна? Где? Ты что, не похоже на машину, похоже на корабль. Артём, машина! Баба, нефтяник. Давай на пост, барану надо доложить. О, блин, уже не нравится. Бандюганы опять. Согласен. Пойдем. Так, ребята. Они в поселке тормознулись около дома с антеннами. Понятно. Что с бойцами, Дамир? Степан совсем плох. Остальные пока держатся. В нормальной форме получается только вот мы. Спасибо. Аня, вы с Дамиром отправляйтесь на разведку. Надо найти этот чертов бункер и убираться отсюда. Вот только, товарищ полковник, непонятно, как потом отсюда убираться. Воды в котле осталось разве только чайку заварить, а топлива и вовсе нет. Да, эту проблему тоже надо решать. Анна, Дамир, вторая задача — поиск воды и топлива. Сэм, поднимай бойцов. Готовимся к обороне. Так точно. Скоро увидимся. Ты тоже будь осторожнее, а то... Артём, надо выяснить, кто эти типы на машине. По виду обычные бандиты, но рисковать. Согласен. Нельзя. Сразу прибить. Машина шла в поселок. Похоже, у них там пункт связи. А значит, какая-то информация там должна быть. А нам сейчас все будет кстати. Когда будешь готов, выдвигайся. Окей, хорошо. Крест, а твоя дрезина наш состав потянет? Ну, она, может, и потянет. Не быстро только, но и недалеко. Так, все, ребята, спасибо за просмотр и до следующих встреч на просторах, черт побери, пустыни.
Придется сначала без буханочки по пешочкам на своих двоих. А мне туда надо назад вернуться. Окей, даже карта немного такая мутноватая. Все, спасибо за просмотр, до следующих встреч. Как я уже сказал, в пустыне. Встретимся в чертовой пустыне, блин. Так, что у меня там со стволами? Да ничего пока что. Все, ладно, пока.